Здравствуйте, друзья. Несколько минут назад стало известно о серьезной травме, которую получила лидер ночных снайперов Диана Арбенина. В связи с трагическими событиями все ближайшие концерты отменены. Поклонники находятся в шоке, но вернуть деньги за билет никто не требует. Люди желают только одного, чтобы с артисткой все было в порядке. На данный момент известно немного. Арбенина находится в реанимации в связи с травмой позвоночника. Об этом пишут телеграм-каналы в сети. Певица получила травму, находясь у себя дома. Известно, что Диана подскользнулась на лестнице и слетела вниз. В данный момент врачи делают все возможное, чтобы поставить артистку на ноги, но пока что ничего не обещают, а поклонники молятся за нее в соцсетях. Напомним, 47-летняя Диана – мать двоих детей. Лидер группы «Ночные снайперы» воспитывает двойняшек – Марту и Артема. Стоит отметить, что имя и личность отца своих наследников Арбенина до сих пор скрывает. Не знакомы с родителями сами близнецы. Где и с кем находятся сейчас дети, эта информация не раскрывается, а поклонники в данный момент ждут официальных заявлений звезды.